В инженерном институте Казанского федерального университета стартовала 17-я республиканская олимпиада юных изобретателей «Кулибины 21 века». Ежегодно она проводится на базе Казанского университета при поддержке Республиканского совета общества изобретателей-рационализаторов Республики Татарстан. Совместно мы проводим эту олимпиаду школьников «Кулибины 21 века». Вот уже на протяжении 15 лет идет данная олимпиада. Единственное, у нас был перерывчик в саму пандемию. А так ежегодно от 100 до 75 детских работ, начиная с 1 класса по 11. Это вообще для университета какая-то основная нам работа с одаренными детьми. Это основная задача университета для того, чтобы их привлекать как абитуриентов к нам на учебу и так далее. Конечно, эту работу приходится начинать уже с малых классов, значит, уже с 6-7 классов мы уже начинаем привлекать, и в дальнейшем они уже идут к нам, но это не только к нам идут, конечно, они увлекаются техникой и могут идти в любые технические вузы. Олимпиада была поделена на несколько секций. Это волонтерские проекты, промышленные технологии, экология, умный мир и медицина. Каждый участник готовил свой проект по одному из выбранных направлений. Помимо этого, школьникам нужно было представить макет своего проекта, а также презентовать его членам жюри. Это, естественно, сложность разработки. Если это программированный робот, это значит, именно если это программирование учитывается, насколько сложность решения задач инженерных построена именно в работе, ну, естественно, командная работа, и как ребята уже выступают, потому что в каждом проекте где-то 70% это выступление. Сегодня более 40 работ представят старшие ученики, это обучающиеся от 14 до 17 лет. Результаты будут известны сегодня же, то есть у нас очная защита, по итогам очной защиты у нас судейская коллегия будет проставлять баллы. По итогам совещания сразу же будут известны, конечно же, победители, призеры. Представить свои работы приехали школьники со всей республики. Ребята отмечают, что создание своего проекта – занятие интересное и полезное. Будущее поколение инженеров уже сейчас создает уникальные разработки, которые в будущем можно будет реализовать в студенческом стартапе. Я уже участвовал в этой олимпиаде, по итогам которой я поехал на конференцию в Госдуму в Москву. И в этом году решил попробовать еще раз. Сегодня я представляю биоэнергетический комплекс «Феникс». Это установка, которая позволит отапливать помещения работникам разных ферм и экспедиций, используя возобновляемые источники энергии. Так как я уже давно являюсь активным волонтером, мне захотелось рассказать об этом, сделать некий проект о достижениях и результатах моей родной гимназии, о тех волонтерских достижениях, которые мы достигли. Победители и призеры Олимпиады «Кулибины 21 века» отправятся в столицу России для участия в конференции «Юные техники-изобретатели», которая проводится при поддержке Государственной Думы Российской Федерации. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.